Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления России по Рязанской области расследуется уголовное дело по факту исчезновения жителя Клепиковского района. Следствием было установлено, что мужчина вечером 19 октября 2019 года ушел из дома в селе Алексеево Клепиковского района и бесследно пропал. Сотрудниками МВД были организованы масштабные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров, но положительных результатов они не дали. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего. Установлено, что в этот день к мужчине в гости приезжал 17-летний сын его бывшей сожительницы, который проживал во Владимирской области. Вечером того же дня мужчина пошел провожать юношу и пропал. Молодой человек категорически отрицал причастность к преступлению, утверждая при этом, что они с бывшим сожителем матери расстались по дороге. В рамках расследования был проведен большой объем как следственной, так и оперативно-розыскной работы. По уголовному делу было проведено 20 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических. Было допрошено более 30 свидетелей, проведено большое количество осмотров и обысков. В результате кропотливой и грамотно спланированной работы оперативные сотрудники и следователи-криминалисты установили, что мужчина был убит и к делу причастен 17-летний сын его бывшей сожительницы. Следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления, а также сбор доказательственной базы, проводились на территории трех субъектов. Это Рязанская, Московская и Владимирская области. Задержание злоумышленника происходило при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Подозреваемый уже дал признательные показания и указал место сокрытия тела погибшего. Сотрудники Касимовского межрайонного следственного отдела выяснили, что утром 20 октября 2019 года подозреваемый, находясь вместе с отчимом в лесном массиве в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, нанес потерпевшему множественные удары различными предметами по жизненно важным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Для того, чтобы отвести от себя подозрения, молодой человек закопал тело погибшего и скрылся. В настоящий момент подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.